Турция думает о выходе из НАТО. Настало время пересмотреть вопрос о членстве Турции в НАТО, сказал помощник президента Турции Ялчин Топчу. Парламент Турции в скорейшие сроки должен рассмотреть вопрос о членстве Анкары в этой организации. НАТО, к большому сожалению, враждебно настроено к Турции, сказал Топчу. Напомним, что 17 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о своем решении отозвать турецких военнослужащих с проводимых в Норвегии учений НАТО. Причиной данного шага стал факт установления на этих учениях в качестве мишени для стрельбы фотоизображений нынешнего президента Турции и основателя государства Мустафы Кемаль Ататюрка. Эрдоган отметил, что подобное поведение не соответствует духу сотрудничества и союзничества между Турцией и НАТО.